Под гарантией у нас подразумевается как раз-таки тот самый прогнозируемый срок службы. При соблюдении определенных условий, да, при соблюдении правильных условий укладки, эксплуатации, ухода, мы даем гарантию на 25 лет. При этом, имею в виду прогнозируемый срок службы. При этом мы говорим, естественно, у нас нет этих идеальных условий ни у кого, поэтому мы говорим о том, что 10-15 лет он у вас пролежит абсолютно спокойно, без каких-либо проблем. В каждой пачке у нас есть инструкция по укладке, и, значит, советы по уходу, по эксплуатации. Каждая продажа ПВХ на поле покрытия, она сопровождается выдачей инструкции по уходу, укладке и эксплуатации, соответственно, условия, при которых мы подтверждаем минимальный срок службы, минимально возможный при соблюдении всех условий. Но нет единого срока службы, есть сроки службы, которые разнятся в зависимости от самого продукта. На какую нагрузку он рассчитан, то есть на сегодняшний день от 7 до 15 лет. Все продукты Таркет имеют гарантию железобетонную 15 лет. Все зависит от укладки и ухода, еще и зависит от самого помещения, от той степени проходимости людей. Ну, например, возьмите сами ресепшн, это одна проходимость, да, и там кабинет директора совершенно другая проходимость. Вот, но тем не менее, если мы говорим о настоящей гарантии, да, то есть это тот срок службы, ну или там тот срок, который у вас эксплуатируется напольное покрытие, и когда мы готовы будем это забрать и поменять бесплатно, да, то есть вот в таком вот смысле гарантии, как это мы привыкли слышать там для бытовой техники или еще что-то такое, вот, то здесь, конечно, наверное, самое жесткое условие вот у компании Таркет у нас будет именно для общественных помещений. Там мы гарантию даем не более 2 лет, несмотря на то, что срок службы 25 есть у некоторых покрытий и так далее, потому что, опять же, это очень сильно зависит от многих факторов. Компания Таркет очень четко определила, да, вот, что есть, действительно нужно понимать и разграничивать срок службы покрытия, который будет при соблюдении условий. И то, что мы говорим, что это покрытие как бы высококачественное, не имеющее дефектов производственных и так далее. Да? То есть мы даем на, скажем так, в использовании в быту мармолиума, да, 25 лет гарантии. Да? Опять же, при там, условии соблюдения правильной укладки, снипов, соблюдения эксплуатации, ухода и так далее. То есть действительно очень много, потому что предвидеть, что вы там не сказали, что у вас есть, ну, условно, да, там какие-то там факторы, о которых продавец не знал, да, мы не можем это предвидеть как компания-производитель. Мы не можем знать, что у вас есть вот такие условия, если вы о них не сказали. Да, соответственно, мы должны, ну, я думаю, что все производители хотят себя обезопасить максимально от подобных причин, да, потому что люди очень часто, ну, я думаю, что все со мной согласятся, у нас проблемы не с материалом, а с укладкой. Это маленькое вот дополнение, да, совершенно коллега все правильно сказала. Конечно же, шкурный интерес, там желание себя обезопасить от лишних претензий, это, ну, нормальное желание, в общем-то, любого бизнеса. С другой стороны, мы очень хотим образовывать этот рынок. Да, вы вспомните, что было 15 лет, это была катастрофа, вспомните, что были за покрытия, да, как это все выглядело, да, что раньше говорили, ха, какой линолеум за 200, за 300 рублей, да никто не купит за 300 рублей, это же вообще барахло. Сейчас спокойно люди покупают по 500, и никто не жмется, и говорит, да это вообще другие полы. Поэтому образование рынка даже таким способом, что, ребята, да, мы вам все гарантируем, но вы соблюдайте уже правила, вы же не льете сок в телевизор и не удивляетесь, почему он не работает, да, потом, опс. Поэтому образование это важно. Гарантия 20 лет, там 30 лет кто-то пишет, еще что-то. 50 лет пишут. На отдельном продукте у нас есть 45. Но это подтверждено только циклическими испытаниями, которые сертифицированы. Все. Но давайте не будем забывать, что положив напольное покрытие любое, аккуратно им пользуются все люди, но не больше года. После этого мы начинаем забывать убирать мусор, убирать песок, убирать что-то, да, регулярно. И потом, когда оно выходит из строя, любое напольное покрытие, человек сам прекрасно понимает, что он уже не будет обращаться по гарантии. Поэтому в любом случае покупатель должен думать, а смогу ли я так правильно использовать и буду ли я планировать так долго использовать. То есть не обязательно, я считаю, что не обязательно смотреть на вот этот срок эксплуатации.